Вопрос боевого применения, пожалуй, самая секретная тема нового истребителя. Помните, мы обходили по кругу Су-35 и насчитали 12 точек для подвески бомб и ракет. На ПАКФА всего этого нет. А вот так выглядит снизу крыло Т-50. Обратите внимание, здесь никаких точек подвески нет. Точно так же и в центральной части. Хотя снимать там мы не имеем права, поверьте, никаких точек подвески там тоже нет. Тогда возникает вопрос, а где же у этого самолета вооружение? Так вот, это и есть главная тайна самолета-невидимки. Завершая разговор с летчиком-испытателем Радиком Бариевым, мы все же попытались прояснить этот вопрос. Что за оружие будет на Т-50, если его вообще не видно? Да оружие есть, в этом есть самолете. Есть. Поэтому я говорю, ну пусть зритель немножко это мечтает, пофантазирует. Есть у него и подвес, и есть. Ну, все. Все. И даже больше. Даже больше.